Всем привет! Я хочу поддержать Александра Ройтбурда, который лучший директор художественного музея в Одессе на моей памяти, который художник с большой буквы, с мировым именем. И сегодня то, что происходит вокруг него, это больше история, чем просто про директора музея в Одессе. Это история о столкновении совкового подхода, там вот как подхода Никиты Сергеевича Хрущева к искусству, где ему не понравилась знаменитая выставка, и он послал туда бульдозер. И современного подхода, нормального подхода, европейского подхода. Поэтому Александр Ройтбурд и его команда должны руководить Одесским художественным музеем. И только так, я сегодня говорил на эту тему с министром гуманитарной политики Владимиром Бородянским, новым министром. Министр интересовался этой темой, и я попросил и его тоже поддержать. Я надеюсь, что вместе мы сможем добиться решения этого вопроса, такое, какое оно должно быть. А именно, что музей будет возглавлять Александр Ройтбурд и его команда.